Сейчас я расскажу одну вещь. Вот сейчас мы видим вот здесь крепость, да, и вот тут культурное достояние, наследие, пятое, десятое, как скажите, как хотите. Поправьте, если что-то не так. Но ветер уже не летит. Но вот здесь вот, смотрите, видите курган. И вот видно тот же камень. И то есть это уже то, что не сохранилось. И я спокойно здесь могу ходить вот с этой штукой. Охранник подошел, так попросил ямки за собой закапывать. Ну, что мы и так всегда делаем. Поэтому Копорье, вот такое замечательное место, это Ленинградской области, где можно походить. Мы вот начали, но нашли пробку пока только. Я думаю, тут у нас будет сегодня коллекция опять пробок. Ну, дай бог, может, какую-то найдем монету или орден. Ну все, ждите. Вот что-то нашли, это опять. Давайте. А, вот, нащупал. Что это? Покажи. Гильза. Окей. Гильза, причем 9-миллиметровка, походу, или... Какой 9, ты чё? Или это дробь? Это 12, это ты чё, не 12? Видишь, что ли? Не, не вижу. Не, это мосинка сгнившая, наверное. Ну, короче, первая находка такая, вторая, точнее, была первая пробка. Прикольно. Андрюш, дай нам интервью. Скажи, что это у тебя в руке? Меч. Меч? А ты чем? Ну, ты это как, на войну или там на охоту? Что ты делаешь там? Иду на охоту. Кого, на кого охотишься? А волка. На и... волка, да? Да. Ну и... вот та... Не, это еча еще. Не... На медведя и волка. Вот так волки позорные. Подрастает поколение. Ждите. Да, сынок? Да. Покажи им всем, как ты придешь волка этого. Чего? Не меня-то, Андрюш. Давай. Надо расширить. Так, расширить. Какой-то сигнал. Вон, трубу нашли. Ну, аккуратно, лопата, ты тоже смотри, там бьешь в одно место, бей рядом. Значит, либо в камень, либо в железо. Либо в находку. Ты сейчас либо лопат сломаешь, либо находку. Ни то, ни то нехорошо. Ну-ка дай. Я убрал там. Ага. Ну, в общем, что-то есть, ребята. Ребята, что-то есть. А-а-а, помогите нам. Колечко. Крестик, сережка, давай. Аккуратно, да. Давай, давай. Ну, вот эти моменты, они заставляют сердце биться чаще. Давай, давай, над этим. Нету, мимо. Да просто. А вот да. Гвоздь. Гвоздь? О! Поздравляю! Давай находку сюда. Вот здесь у меня находка лежит. Ну. А здесь Петро с собой. Петро. В общем, мы с Саньком сегодня посетили семьей вот Копорскую крепость. Дрон не удалось запустить, сильный ветер. Походили с металлоискателем, нашли гильзу, дома будем отмачивать. Но все равно выходные провели, скажем, уже традиционно в путешествиях по Ленинградской области. Так что